Союза Петру Рубанову исполнилось 93 года. Пройдя войну, пережив непростые послевоенные годы, он, несмотря на почтенный возраст, сохраняет оптимизм и бодрость духа. Поздравили ветерана и представители власти. О, отлично! Именинник встречает. Здравствуйте, Петр Акимович. Здравствуйте. С днем рождения вас. Свои 93 года Петр Акимович встречает с оптимизмом и бодрым настроением. Он – человек-легенда, герой Советского Союза. Попав на фронт в 41-м, он прошел тяжелый военный путь до победного конца. За время пребывания на фронтах Отечественной войны произвел сотни вылетов на бомбардировку и штурм противника. Десятки раз участвовал в воздушных боях с немецкими истребителями, в которых вышел победителем. В мае 45-го Петр Рубанов совершил последний боевой вылет. Все это, говорит легендарный летчик, стало возможным благодаря чувству патриотизма и крепкой дружбе, которая была на фронте. У меня у самого было в эскадрилье два украинца. И они погибли еще на севере, когда мы, это Карельский фронт, да, было очень тяжело. Бурманская дорога, которая шла, туда бросали из Сибири, хорошо пригнали туда россиян, этих сибиряков. И удержали Мурманск, Беломорск, Петрозаводск, Ленинград. Гостей Петр Акимович принимает с раннего утра. В числе первых с днем рождения его поздравили представители власти. Это мы вам на память, да, такую тарелку хотим подарить. Здесь, видите, написано: Петру Акимовичу, герою Советского Союза, орденоносец многих наград, почетного гражданина города Запорожья, с пожеланием крепкого здоровья и жизненных сил. Служу народу Украины. Городской голова выразил уверенность, что через 7 лет запорожцы торжественно отметят 100-летний юбилей своего легендарного земляка.